Телекомпания Anishnik Production представляет 6-ю серию «Птеродактиль на море». Птеродактиль. Авираптор, он же. 6-я серия, которую ждут миллиарды наших людей, подписчиков, любителей нашего кино. Итак, о, доброго ранку, птеродактиль. Это он? Да-да, действительно. Он загорает. Интересно. О чем он сейчас думает? У меня есть сюрприз для птеродактиля. Сюрприз необычный. Ага, ему нравится лежать. Я приглашаю поплавать. В прекрасном бассейнчике. Ага, ой, хорошенький какой. Какие у него красивые плавочки появились. Молодец. И к детской ванночке, Двигаемся к птеродактилю. Какой он миленький, посмотрите, ему хорошо. А у меня сюрприз сегодня есть для тебя, мой музик. Мой колюсь. Идем к детской ванночке. К детской ванночке. Тебя там ждет сюрприз. Бананчик ему. Да, сейчас мы ему бананчик. Не бананчик. Сегодня мы его удивим. Вот таким вот изобретением человечества. Как ты думаешь, что это, птеродактиль? А ну, сейчас он подумает, посмотрит, оценит. Привет. Ой, он рад, он доволен. Посмотрите, он рад, он доволен. Хорошенький ты такой. Это масочка для плавания, птеродактиль. Очечки можно мне, да, я подержу. Да, пожалуйста, попробуйте. Правильно только необходимо их одеть, эту масочку одеть. О, он все знает, он где-то видел. Птеродактиль. Ой, ты хороший, он доволен. Он счастлив. Миленький, ну что, поплавай. Попробуй, как тебе в масочке? Булочка. Перекуси, птеродактильчик. Он хочет еще перекусить. Хорошенький. А может, он рад, Может, после плавания мы покушаем. Хорошенький. Заслужить надо хлебушек. Заслужить. Птеродактильчик. Вот, сейчас он попробует масочку. Ой, ему нравится. Посмотрите, дорогие. Хорошенький. Птеродактильчик. И Ваня, и Лея с нами. Нравится вам, да, птеродактильчик? Мезозойского периода. В современной маске Советского Союза. Хорошенький. Ему нравится. А ну, нырни. Нырни. Да, и посмотри на нас снизу из воды. Из воды посмотри. Носик прищемило, да, масочка? Носик, да, чуть-чуть так. Хорошенький птеродактиль. Может, ну, да, водички нельзя. Нельзя. Сладенькие. 6-я серия для миллиарда. Боженьки, смотрите, ему нравится. Хорошенький. Птеродактиль. Сладенький. Ну что, пора перекусить? Он вытирается. Понравилась масочка, да? Понравилась. А какой-то звук издать можно? Есть звук. Долго говорить умеет. Птеродактильчик хороший. Да, здесь в тенечке можно расслабиться, можно там отдохнуть. Прилечь можно на лавочку, прилечь. Ой, хорошо, отдохните. 6-я серия, вашему вниманию, птеродактиль и маска. И корочка хлебушка птеродактилю, пусть он поспит, отдохнет и перекусит. Благодарим вас за просмотры, ждите следующих серий. Мы с вами, дорогие. Телекомпания Орешек Продакшн. Всем всего хорошего, дорогие наши.